китайском Харбине начался зимний фестиваль, который ежегодно привлекает множество туристов со всего мира. По информации оргкомитета, в рамках фестиваля пройдут более 100 мероприятий, концерты, художественные представления, коллективная свадьба, конкурсы снеговых и ледовых скульптур, спортивные состязания. В частности, выступят молодежные танцевальные коллективы Китая и России, а российские художники покажут свои работы на специальной выставке. Власти Харбина обещают воспользоваться платформой фестиваля для расширения сотрудничества с Россией. В рамках мероприятия пройдут форумы и выставки, посвященные снегоуборочной технике, новым строительным материалам, логистике и развитию городов, расположенных в холодных регионах. 32-й международный фестиваль льда и снега впечатляет величественными ледяными скульптурами магических огней и цветов. Посетить мероприятие можно в течение месяца со дня открытия. Многие экспонаты в Харбине, если позволяет погода, остаются доступными для посетителей еще дольше.